Современные стандарты красоты, натуральности и естественность касаются не только макияжа, но и прически. Если раньше в моде был цвет, то сегодня это техника окрашивания – плавными переходами, бликами и эффектом выгоревших на солнце волос, как, например, амбре, шатушь и балаяж. Сегодня тренды в окрашивании задает колорист и звездный стилист Павел Шеф, который приехал с двухдневным мастер-классом в Челябинск. Сегодня для всех парикмахеров этого города мы проводим большой открытый мастер-класс Павла Шефа. Павел Шеф – это один из самых знаменитых колористов в нашей стране. Его успех оценен уже на международном уровне, и действительно, те техники, которыми он владеет, они уникальны, они авторские и приводят к очень потрясающим результатам. Обучение и посещение подобных мероприятий – это всегда толчок к развитию, толчок к тому, чтобы применить в салонной работе что-то новое, вдохновить своих клиентов, заработать хорошие деньги на этом и сделать много девушек счастливыми. Мастер-классы по колористике – это всегда возможность узнать авторские техники, оригинальные схемы нанесения осветлителя и тона. Создавать образ именно по цвету – это сложнее для меня, чем стрижка. И всегда было интересно создать цвет, который подчеркнет красоту и глаз, и оттенок кожи. То есть все это гармонично. Ну, во-первых, это сложно, а мне всегда интересно, что сложно. Потому что не каждый решится заниматься цветом. А мне это очень нравится, и это интересно, красиво. На сегодняшний день основным трендом в окрашиваниях является натуральность, плавность переливов, никаких жестких контрастов. И Павел нашел свой уникальный подход к классическим техникам балаяж. Это то, что сейчас получает максимальное количество запросов вообще в салонах красоты, и все парикмахеры уже переводят технику балаяж в разряд классических салонных, самых популярных техник. И уникальность Пашиного подхода в том, что эти техники он может делать очень плавными переливами. Этот мастер-класс полезен тем, что он помогает оптимизировать свой рабочий процесс для мастеров, помогает делать быстрее, качественнее, лучше, ярче, красивее, более актуально. Очень много информации новой, слежу за ним в Инстаграме, дает много позитивных эмоций, хочется учиться у этого человека. Ну, еще не так много всего произошло, но определенные техники и свои ошибки я уже увидела. Буду меняться, изучать их. В мастерстве колориста нет предела совершенству. Художник и перфекционист Павел Шеф готов разбираться в этом вопросе и дальше. Вдохновляют его любимые клиенты, а работа в салоне нравится ему настолько же сильно, насколько он любит делиться своими знаниями на мастер-классах.